продюсера Федора Бондарчука и студии «Хайпфильм». Вы знаете, что Иван шутит по вечерам. Мать меня в детстве готовила, говорит: сынок, однажды ты умрешь в муках, но сейчас ложись спать. Но вы не знаете, что он и по утрам остановиться не может. Ты можешь остановиться, мы можем просто нормально поговорить, чтобы ты не шутил хоть одну секунду. Метка мне попала прямо в бубенцы. Вы слышали, что Федор – последняя надежда русского кино. Посмотри в глаза, я хочу сказать. Но вы никогда не слышали, с чего он начинал. Я тебе лимон зарядил на этот клип, пора возвращать. Федюнчик. Федюнчик. Что ты мне сделаешь? Пистолет к башке приставишь? Яму заставишь копать? А что ты мне... Вы знаете, что Сергей сыграл много ролей. Как же ты не понимаешь? Роли кончились! Я уже все сыграл! Но вы даже не представляете, насколько. Помнишь, как я играл жену великого Бетховена? Бетховен, ты слышишь меня? Ну, шлак с Идичкой, я даже воду играл. Пойду убью его. Обаятельная улыбка Игоря известна даже в Голливуде. Там про тебя один фильм уже сняли. «Челюсти». Шутит все время, понимаешь, по поводу необычной конструкции моего рта. Но там еще не знают, что он талантливый поэт. Я как трубач без трубы и рву сквозь слезы губы. Игорь, если можно, не рви губы. Мы одну улыбку уже потеряли в вашей семье. И, конечно, депутат, которая запретила все. Петя, узнай, почему наши женщины втыкают драгоценности в дыхательную трубку ребенка. И правильно, нечего. Это что такое? А это современное искусство. Я же его запретила. Это чудо! Все слухи о звездах и правда, которая еще хуже. Подчиняйся мне! А? Подчиняйся мне! Кто хозяйка? Перестань! В разоблачительной комедии... Мифы. Я не убиваю. Заткнись. С 16 ноября во всех кинотеатрах.